Сосу. И ног. Ой-ой-ой-ой. Второго есть, а в ума перчатка. И попадает. Парни довольно-таки мощные, большие. И было уже первый контакт, было попадание. Второго есть, а в ума перчатка. И попадает. Я думаю, какой это нокаут. Какой удар по печени. Я думаю, очень готов. Александр Галкин готов продолжать, но думаю, что область печени. Салават Рахимзанов понимает, что он уже... Острое попадание. Еще один нокдаун, и я думаю, что восстановиться будет Александру Галкину очень сложно. Да. Видит, смотрит и пытается ловить правильный момент для нанесения. Для нашему генеральному партнеру 1x ставка. Какой опасный вход был от Аврора. Хорошее передвижение на ногах, техничные входы, очень красивые. Да, и Бувайсару Пасхаеву будет непросто. Мы наблюдаем красивая классика кикбоксинга. Ох, какой опасный удерживать ручку с ножкой. Пасхаев идет вперед. Почувствовал, что помощнее, да. Удар по печени. Хочется увидеть красивый, мощный спурт от Пасхаева. Пытается подобраться. Ой, и... какой удар снизу. Филончик, прекрасный боец из Белоруссии, который показывал невероятные бои с мощнейшими спортсменами. Кикбоксингу в этом году в разделе лоу-кик, и там он показал филигран. Скажу еще и рекорд по профитам очень неплох. 17 боев. Это уже говорит о многом. И парни с Филончика. Так удары по корпусу. И заставляет Филончика отступать назад. Вновь бэквист. И Филончику приходится приседать. Вот тут вот, прямой удар мы видим. И хороший спурт по корпусу. Да, да, продолжать вот тут вот можно. Андрей вынужден спасаться. Да, Дмитрий Филон. По корпусу, да, и очень грамотный переход и попадание от Андрея. И тут просто выживает. И нокдаун. Но такое ощущение, что колени пошли. По комбинированию от него серии, да, примерно и вот такое. Вот тебе и комбинирование, как ты просил его. И Филончику на самом деле приходится очень не... Опасный удар от Андрея. И падение судья совсем немножко. Концовочка этого боя. Нужно Андрею подвылочиться и взорваться. Очень опасно. Андрей Ели! И Шахин Курбанов. Россия, Санкт-Петербург. Кикбоксинг. Ух, большие, тяжелые парни. Да, когда такие парни... Можно прощелкать. Парни, да, любое попадание может привести к нокауту. Из рук. Ой, какой кросс пробил. Колтон. Попадает он. И бэквист доходит. И едва устоит. Супермен панч. Доходит до цели. И это нокдаун. Да, в смятении наших боев. Первым был Писецкий и Гектор Григорян. Так, пробивает хайкик. А для вас сегодня весь этот вечер будем работать мы, я, Игорь. Влад Туйнов. Влад, привет. Всем привет. И довольно-таки быстрый скоростяк комбинирует. Благодаря тому, что генеральным спонсором хайкик с разворота. Очень много ребят пытаются, они побольше результативных действий. И я думаю, что такие острые бои получаются и во многом благодаря тому, что площадка сама меньше. Это не стандартный ринг. Влад, ты И этого бокса свинг был такой удар. Вячеслав Песецкий! Бой сегодняшнего вечера. Весовая категория до 67 килограммов. Швили много выступал по кикбоксингу. Выходец из Кёкушин. Капашном бой, панкратионе и в кудо. И также выходит поставлен этот удар у него. Очень яро, парни. Красавцы умеют играть еще и на публику. Ух, как пробовал Георгий Сипашвили. Колено, прыжки. Ой, и какой попадает. Опасный баунд. Этого красиво срежать. И хочет это делать. Видно, что ему неудобно стоять. Вот она, какое колено. Георгий решил взять... И страсти накаляются к концу третьего раунда. Такое чувство, что Хадис устал. И немножко... Хадис Рашид Ха!
пытался хлестко пробивать именно с передней ноги. Мощный лоу-кик сейчас. Да, кстати, задний лоу-кик. Ух ты, отхват. Ух, какой опасный. Были яркие вспышки. Ой-ой-ой-ой-ой! Какой надо эту победу? Ой, еще какая двойка. Попадание. Ой-ой-ой! И дает в этом бою. Заслуженная яркая победа. Но слово генеральному. Итак, друзья, первый раунд пятого боя сегодняшнего вечера и последнего боя Андерк и Исламидин Шарапов. Но парни заряжены. Вышли с желанием уничтожить. Заделали, начали друг друга уничтожать, как сказал Влад Туйнов. Ой-ой-ой-ой-ой! Это первый нокдаун. Красивая рубка, так скажем. Ой, какой опасный левый боковой. Ой, какой опасный задний мидлкик. И какие пушки летят. Шарапова немножко в этом бою для него. И может сказать... Действует как танк. Ой-ой-ой-ой-ой! Какой опасный... Заканчивается бой. Заканчиваются предварительные бои. Весовая категория до 71 килограмма. Павел Гришанович и посмотрим, что получится. Яро парни начали первый раунд. И довольно-таки обильное количество ударов ногами мы видим. Красиво. О, Белал уже виден на ребрах. Ну и парни не боятся обменивать. Гришанович вполне себя комфортно чувствует и в боях по таким. Павел начинает его с лоу-кика. И сразу же Белал пытается подхватить его после атаки. Что... Так, травма. Собирается, пристреливает. И, видимо, план чуть по чуть срабатывает. Не всегда. Павел на нижние этажи пытается обрабатывать бедра. И... А я думаю, что это такой хитрый, коварный план, после которого... Да, у Белала очень много-много... Да, и... останавливает рефери бой. Я думаю, это вполне справедливо. Дальше. Знаете, вот какие гематомы. Я думаю, что...